Сейчас с ним подеремся. Ну, идем дальше. Так, что есть лучники? Блин, на Маракуме, блин, сражаться было супер продажно. Мне прям зашло. И урона много, и кровотечение. Блин, кровотечение реально очень нравится. Грозовой холл. Блин, только что был в новой локации. Грозовой этот, как-то там. Уже грозовой холл? Кстати, зелень светится, мне кажется. Или просто я так сделал, чтобы выделяться. Так, этих бабочек тоже лутаем? Тут бабочек, кстати, нет. Там вроде тоже не было. Это чел? Нет, это обычный чел. Это обычный, ничем не примечательный чувак. А-а-а! Хрена себе не... А, нет, ладно, хорошо, все, я согласен. Не бы... Где там мой пинок, говорите? А, у них, кстати, маленькие щиты. А, почему мы Муракуму не сбиваем? Блин, баланс. Муракуму, ты чего? А, достал бы меня? Блин. Да, в ручном хвате сбивает, нормально. Так, у меня атака на бегу. Хорошая очень. Блин, мне очень нравится Муракума. Так, давайте питомка попробуем, как я учил вас. Опа. А, я его не сбил, кстати. Ладно. Все. Блин, какая Муракума классная. А, по ноже щит с него еще один выпал. Надо поубирать, потом лишнее оружие будет, если я не забуду, конечно. Блин, ну Муракума реально был дёжный. Причем вот это мне, наверное, нравится больше, чем такая. Она такая прикольная, кривая и тоненькая. Та прямо большая и неаккуратная. И это больше напоминает Муракуму из второй части. Потому что там во второй части у меня примерно такая же Муракума, я с такой же бегаю. Но я бегаю как бы очевидно с обычной, там особо выбора нет. Там есть дуговой меч, а меч Нил. Но меч Нил, кстати, прикольный тем, что он... у него усиливается урон от НГ. То есть с каждым НГ у него всего урона больше и больше. Но у него силовая стоимость, мне не нравится. У него силовая примерно такая же, как эта. А, нет, у него, по-моему, силовая вообще крутилка. Но у него, кстати, прикольная крутилка, которую можно, типа, еще раз. То есть крутануться один раз, потом крутануться еще один раз. Так, не по костер на самом деле. А, нет, это не костер вроде. Ловушка? Странно, дерево светится. Я помню, в третьем дарке были деревья, которые светятся, и у них обстреливали обычно. Это оно? О, знаете, что это такое? Я знаю. Я такие штуки юзал в большом количестве на других персонажей, потому что их можно выбрать как стартовый этот. Но это крутая штука, которую мы нашли. Там только костер тебе нужен. А золотое семечко найдено у подножия иллюзорного дерева. Увеличивает число применений священной фляги. Можно использовать после отдыха вместе благодати. А когда кольцо Элден разбилось, семена древа Эрт разлетелись по всему свету. Как будто сама жизнь понимала, что конец близок. Да, это плюс Эстус. Это осколок фляги, короче. Требуется блаженство. Так, и здесь как-то пыльно. То есть это не погода поменялась, по-моему, здесь пыльно просто. Я, если честно, не знаю, куда идти, блин. Я хочу костер найти. Я хочу прямо пойти, блин. Просто исследовать это место, я, наверное, хочу сначала исследовать, то есть, это место, а потом уже идти по сюжету, потому что, скорее всего, эта дорога ведет по сюжету. Но тут врагов еще не вижу. И костра. А что, блин, десант волков? Кого? Что, испугались, да? А, Муракума, попади, пожалуйста. Раз. И два, да, будет? А, нет, он два не открыл, потому что, скорее всего, щит врезался. Чё это за десант волков, блин? Все? Да, все. Эстус резнули. Блин, супер нравится механика реза Эстуса. Куда они, блин, спрыгнули вообще?
Нормально там прыгать? Нет, откуда? Видимо, не только у нас заниженный урон от падения. Точнее, увеличена высота, с которой мы начинаем получать урон. О, костер. Что за избушка тут? Блин, ну костер, конечно, супер палевный. Не знаю даже, хорошо это или плохо. Это реально просто за километры знаешь, где костер. А, чувак тоже прыгает. Я сейчас даже здесь прыгать буду. А, ну тут, кстати, спалил, потому что с этой стороны можно запрыгнуть. Эти фантомы. А, ну все, я знаю, куда мы сейчас пойдем. Теперь у меня два этих ключа. Теперь мы можем открыть ту дверь. Лачуга на грозовом холме. Это NPC, да? Лачуга на грозовом холме, и она отображается на карте, как лачуга на грозовом холме, да. У меня уже есть, пацаны, блин, лачуга. А, спойлеры эти дурашные. Полгери, как будто, блин, теперь знаю, что и где. А, хочу ли я говорить? И там на крышу запрыгнуть с этим бочком, ну ладно. Да хватит ломать, кстати, где FPS? Ой-ой-ой, FPS, вернись. Видимо, кстати, из-за того, что я в этой локации уже много хожу, она перестала проседать по FPS. А от новой локации, которую я подгружаю, они прям... Хотя нет, я вот бегал в спойлерной этой локации, у меня там все вроде нормально было. Проблем ноль. Блин, как тут много всего. А, давайте пока оставим этого NPC. Прокачаем Эстус себе. И пойдем мы, наверное, заюзаем очевидный ключ. Ой, это не то. Увеличить количество фляг. Да. Величина увеличена. Так, а распределил он мне, да. Все правильно распределил. Теперь у меня 5 эстуса. Это кайфово. А, давайте волков найдем, кстати, где они сидят. Хотя здесь плохо видно так. Блин, мне нравится, когда плохо видно. Они где-то сверху сидели, да? Они со скал попрыгали. Я не вижу волков. Что не одноразовые? Может, тут ветролет пролетал? Скинул их? Странно. А, мечевидник включена. Я не забыл. А, вот сюда. Кстати, локация называется Плавучее кладбище. Непонятно по какой причине, возможно, мы сейчас и узнаем это. Так, все, теперь мы можем юзать. Да. Раз. А, и два. Лобик мы вставили. Возможно, кстати, таких чуваков может быть даже несколько. То есть, возможно, даже там 3-4 будут сидеть в ряд. То есть не всегда надо 2. Иногда может быть даже наоборот один. Впереди перекат отсутствует. Выглядит как жижа. Двери у меня есть, если что. На какую кнопку? На левую. Я надеюсь, это не жижа. Если зеленая, как будто жижа. Блин, я же не открыл себе, блин. А, блин. Да за что? Я передвигаюсь, блин, да? Вроде нет. А, быстрее. О, я, кстати, по-моему... Отравление. Так, это какое отравление? Фу, это долгое отравление. Оно, короче, юзлесное. На него можно забить вообще. Мы полгода. Это просто вытягивание эсуса по частям. Хотя у нас хп здесь... Если мы пришли сюда раньше, у нас хп было бы меньше. Ну, регенить... Ой, это... Использовать, точнее, противоядие смысла я особо не вижу, потому что... Насакивается яд обратно очень быстро. А, ну если мы сейчас, конечно, выйдем. А, ну если дальше этой жижи нет, то имеет смысл. А, ну погнали выходить из этой жижи. А, а! Что это? Что это, блин? Окей. Это напоминает кислицы из второй части, где надо прятаться в эти места, сейф-споты. Это оно? Оно пока до сюда не доезжает. Интересно, можно задамажить?
А чё у меня нет накапливается? Это у меня одежда, да, в этом? Как-то странно, кстати, он очень накапливается. Все, 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 я с меня спал. А я хочу задамажить. Быстро, лук, у меня лука нет. А-а-а, стой, 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 не уезжай, не уезжай, не уезжай, не уезжай. Арбалет давай. Стой, вернись, чувак. Так, зарядимся. Мне интересно, дамажится ли эта штука. По-моему, нет. То есть это такая штука, которой нужно избегать. Ядовитый костяной дротик. О, это интересно, кстати. Давайте отойдем сейчас. Так, ладно, арбалет я уберу. А, ядовитый костяной дротик. Это кто? Вот он. Это, короче, метательный нож, который, я думаю, бросает и травит, да? Против врага, чтобы нанести ему урон и отравить его, да. Заточенная кость животного с ядовитым острием. А при попадании наносит урон и вызывает накопление яда. Кстати, крафтить бы его научиться. Это было бы, мне кажется, прикольно. Так, здесь выглядит, блин, все пустовато, на самом деле. Так, а эта штука вообще сейвит или нет? Давайте проверим. О, нихрена она не сейвит. Нет. Ладно, это другая механика тут немножко. Вы погибли. Я погибли. Ладно. Тогда мне надо прибегать. То есть, нет, это тогда как в третьем дарке штука, которая... Комок катается в катакомбах. Так, здесь ядовито. Да, здесь изначально ядовито, поэтому пытаемся побежать. Может быть, одежду на противояде взять? Главное не кувыркаться, потому что мне одежда будет в яде, все. Так, у меня только сапоги. По идее, сейчас меня должно... Не должно наслакаться, короче. А, так, давайте посмотрим, где у нас сейф-споты. Ну, там, по-моему, да? Тогда где у нас здесь переезжает? Разворачивается? Я думаю, наверное, когда разворачивается, тоже может убить. Могила героя окраин. Вот здесь вот выглядит как сейф-спот. О, да, сейф-спот. Впереди сильный враг. Так, бежать сейчас или подождать, когда она еще раз туда проедет? А, тут с другой стороны что-то есть, кстати. Ну-ка, пятно. Да вы охренели своими, да иди отсюда. А, тут дофига всего, что ли? Или это просто так красиво сделали? Так, она снизу, да? А, пойдемте поищем следующий спот. Вот, я его вижу, он с собой, сторон? Да, с собой. Нет, это просто показывает красивые детали. А! Фантом? Так, сейчас эта штука прокатится, я не даю. Ой, чё, у меня пока нет. А почему он такой странный? Это призрак, типа? Возможно, бежать уже надо сейчас, а не когда она вниз поедет. Ладно, ну противник слабый. Не, вроде успеваем, да. Опа. Чел как будто в шипастой броне. Дверь такой, блин, с одной стороны. Сейчас я до тебя дойду, чел, не переживай. А, его арбалет. Болт, точнее, из... Пойдешь? Умрешь, надеюсь? А, ну то, что он не умер, в принципе, говорит о том, что мы в эту штуку сейчас пойдем. Прямо сейчас, почему не умер. То есть следующий спот уже, наверное, туда идет. Да, да. Чел какие-то ушки. Вы этого не видели, я тоже. Так, слева вроде там тупик. Надеюсь, эта штука сюда не будет кататься. Так, тут... А, чувак пришел. Пинается, блин. Пинок наносит урон, так и дел. А! Блядь, что... Ладно, извините. А чё она сюда-то проехала? Она всегда сюда забегает? Ха. Фига себе, наёбочка. А чё это? Это, блин, напоминает крепость Сена, где вас эта штука всегда преследует. Камень, который... То есть, куда бы вы ни пошли, он все равно поменяет направление. Блин. Нечестно. Ну ладно, это было на самом деле это было немного предсказуемо, потому что там были рельсы для этой штуки тоже. Я на это обратил внимание, и я как раз таки подумал.
Ой, может ли она сюда поехать? Так, первый чувак был слева, поэтому... Причем по левой стороне. Могу ли я добежать? Ой, что ты делаешь, персонаж? До второго сразу штуки... Думаю, могу, да. Так, дальше я, наверное, хочу на другую сторону, потому что на другой стороне арбалетчик. Хочу сначала к нему. Успею? Пойду должен. Убить хочу. Да, хорошо. Очень падает, вроде ничего не падает. Чел, ты уверен, что ты хочешь здесь ходить? Да, и спина даже не приносит, а нет. Не понял, что я его убил, на самом деле, я или эта штука. Не знаю, как здесь проходить. Нужно искать следующий спот, я думаю. Я думаю, на самом деле, надо развести ее, прокатиться на эту штуку, и она не поедет вниз. И, мне кажется, я уже мог добежать. Да, здесь можно добежать. Она теперь здесь будет кататься, я так чувствую. Так, с другой стороны, не понял. Она застряла там? У меня... О, там, кстати, сверху. Я с копьем. Не, нормально, она сюда приезжает. А, тут ничего. Ой, блин, она тут, кстати, почему-то быстрее разворачивается, да? Так, я хочу посмотреть на чувака, там сверху, блин. А, нельзя ходить, когда бетон внизу. Ааа, мне что-то не было. Так, я не понимаю, что дальше делать, если честно. Надо, наверное, бежать, когда она проедет вверх. И надо бежать дальше, мне кажется, она не проезжает дальше. Потому что спотов я не вижу. Она приезжает дальше, но у меня есть этот спот, все, хорошо. Она дальше уже прокатилась, да? Да. А, блин, тут тоненький этот проход. Стой, не убей. А, тут лутик, блин. В какую сторону мне надо бежать? Наверное, когда она вверх поедет. Да, я явно не успею, когда я бежу вниз. А, блин. Ну ладно, хорошо, было. Убила. Мне кажется, я должен там успеть пробежать. Так, погнали, спидран. А, во-первых, мы можем добежать сразу... Да, лестница, блин. Лестница мой спидран прервала. А, мы должны успевать до второго все спота добежать спокойно. Бить там одного чувака? Я не знаю, стоит ли мне убивать этих челов? Они вроде не сильно так не мешают, хотя... Стоп, аккуратно. Она, по-моему, кстати, в другую сторону сейчас повернулась. Могила героя окраин. Блин, полтёжный момент, думаю. Супер кайфует нереально. Так, сейчас в другую сторону. Стоп, я не успею? Нет, успею. Так, чувака не успею, поэтому... По-моему, с другой стороны чела убила, да-да-да. Ага, ну бас. А, так, и сейчас мне надо, чтобы она вверх уезжала. Блин, не умереть бы просто, когда я пытаюсь выйти. Кстати, блок мне не помогает защититься от нее. Так, а здесь с какой стороны был чел? Или тут не было чела? А, тут, по-моему, никого не было, да? Может быть, я даже, кстати, дальше уступаю здесь прибежать, потому что он очень долго тупит. Ну, попробовать, если еще раз умру, то дальше побежать. О, стоп, назад. Немножко не то. Ой, блин, застрял. Нет. Стоп, а где? Что? Чего, блин? Я дальше вообще бежал? А, я бежал дальше, точно, все, я вспомнил. А, блин. Ну ладно, сейчас. А, рисковать, не рисковать. Ловучее кладбище. Так, ну я разобрался, как уже проходить. Почти. Здесь самое... А, кстати, мне стамина не нравится. Я боюсь, что она еще может ударить просто так. Там не буду посмотреть. Но здесь до второй я спокойно добегаю. Ну, почти спокойно, нормально. Так, здесь я жду, когда она вниз поедет же, да? Или вверх?
И мне плевать. Кстати, душу потерял, ну ладно, вроде много было. Так, здесь мне сюда надо. Здесь чувак. Или сзади чел умрет, так, как в прошлый раз. Нет. А-а-а, не скидывай меня. Кстати, скидывай, может быть. А чел, который прыгал здесь, он же выживает. А, смотрите, он же выжил. Так, из арбалета может его добить? Или гранату не бросил? Он же выживает. Я-то, возможно, тоже могу здесь упасть и выжить. Ха. Слушайте, это интересно. Я, пожалуй, так и сделаю. А, я выжил. А ты? Чувак, как ты дела? Я могу бежать дальше, блин, что я стою? Чувака убило? Это плохо, кстати. Возможно, за мной сейчас следит. Оп. Оп. Мне кажется, это было супер близко. Но это сюда уже доходил. Спрыгнуть. Кстати, спрыгнуть. Не, чувак, какой спрыгнуть? Отстань. Ой, блин. А, нифига у нее тут, блин, что-то она слишком быстро здесь катается. Блин, может реально надо спрыгнуть? Потому что вот она прокатилась. А надо за ней бежать, по-моему. А если я бегу за ней, я могу где-то засейвиться? В теории, да. Да, надо за ней бежать. Надо не вот сейчас бежать, а когда она вот тут проедет. И бежать в это время. Бежать, я говорю. Ни хрена, я не успеваю. А, прыгнуть. Ну не-не-не, прыгнуть сюда точно нет. По-моему, это головоломка. По-моему, здесь тупо пробежать не получится. Ха. Головоломка, да? Типа я думаю, что может быть ее развести. Ну нет, прибежать заранее как-то не получится. То есть, если я пока она катается на другом этом. Я просто не уверен, что мне надо бежать оттуда, откуда я иду. Да, она, кстати, в разные стороны крутится. Может быть, там нельзя прибежать? То есть мне нужно сверху спрыгнуть. А, блин, какая стена. Да, чел, блин, хватит мне пинать. Чел реально меня тупо зацепинывает. Я ничего сделать не могу. Просто здесь же сверху можно спрыгнуть. Может быть, мне надо сверху пропрыгнуть. Так, давайте сейчас еще раз посмотрим, что у нас сверху. В ту дырку, может быть, прыгнуть. Ну, в теории я, наверное, не выживу, если я здесь спрыгну. Типа, если я прыгаю здесь и сразу бегу туда. Да я не выживу, это бред. Коняшку призвать нельзя. Я не выживу, нет, я не верю, что я выживу. А в теории я могу, наверное... А, так, я успею идти же, да? Блин, скинул это и плакал. Ракома, кстати, стамина уже начинает жрать. Мне уже ей не хватает периодически. Например, я спрыгну сюда и сразу побегу туда до конца. Когда она уедет здесь наверх? Чуваки, по-моему, это оно. То есть, смотрите, она едет вниз. Разворачивается, я в этот момент прыгаю. Она не догадается разворачиваться. И я в это время бегу. Она сейчас едет там вверх. А я бегу здесь вниз. Это оно. Не говорите, что она у меня за спиной. Ну, я до здесь. Так, побежали дальше. Нет. С другой стороны, ничего нету. А, охренеть, тут развилок. Блин, чуваки тут супер надолго, по-моему. Наверх, на вниз, давайте наверх. Пока она где-то там шляется, я здесь... Я ее слышу. По-моему, она уже за мной, да? Я приехала. А, не стоит останавливаться. Бежали. С другой стороны, не чекнул, блин. Зачем появился? А, и на вас тут появилась. Блин, он меня смолочит. Ань. Может, она сюда уже не едет? Да нет, тут рельс есть, видно, почему. Блин, чуваки, где она? На самом деле, не знать, где она, даже страшнее, мне кажется. Ну, по-моему, убежал от нее. Так можно было? Ой, блин, фантом.
Там босс? Ты босс? Признавайся. Ну, по-моему, я реально ее как-то заманул прям сильно. Спина не поможет? Типа, эта штука его убить? Не понимаю. Так, ну чел враг, да. Спина, да? Спиннер, может, поможет? Так, ну штука меня нашла, хорошо, я ее не забаговал. Так, хп у него много, и уничтожить надо. Надо идти на другой счет. Так, это что-то страшное. Блин, не очень далеко бежать. Возможно, с другой стороны костер. А, блин. Я, кстати, возможно, двуручка, я не уверен, которая не парируется. Хотя он в одной руке держит, должна парироваться. А, блин. У него хп дофига. Давайте в другую сторону сейчас бегаем, может быть там этот статус яд, как он называется, костер. А, нет, чел, отстань. Кстати, яд мне здесь не тратит, возможно, потому что у меня броня хорошая. У меня резист, интересно, к яду на ней. Так, стоп, где она там остановилась? Ну, штуку мы явно обманули, мне кажется. И это хороший такой момент, потому что ее очень долго не было, и мы довольно безопасно прошли. Но в итоге она все равно нашла. Блин, мне, кстати, супер нравится это место. А здесь и долго бегать, по этой штуке. Блин, чела не убила, жалко. Что она там едет уже. Опять поднимемся сейчас и побежали сразу же. Про то, что тут. А, блин, зачем упал? Мы, по идее, можем очень легко бежать. С данной зонами очень долго не сообразить ехать. И там развернуться надо, потом еще раз развернуться, потом третий, потом пятый. Кто-то умер, кстати, на 1500 хп. Кстати, чуваки, около 1500 хп вы выживете, так сказать. Так, это подъем наверх, это на подъем вниз. Блин, я слышу. Я здесь спот. Это сейф спот, наверное, заюзать. Чуваки, переедем. Ха-ха. Я нет, 1500 хп, чувак. Так, она далеко? Да, далеко это хорошо. Так, и там сзади куда-то зайти можно было. Я как раз этим воспользовался. Так, а с этой стороны далеко уезжает? Нет, не очень, кстати. Так, дайте мне вот эту штуку. А, по-моему, здесь это просто балкончик. Такой себе балкончик. Тут никуда нельзя попасть. Да? Чуваки, ну-ка, прыгай. Человек, кстати, самурай, который взял... А, нет, волки. Ну ладно. А, тайная тропа? Прыгать я не буду. Не-не-не, чуваки. Даже я не подумал. Даже близко не выглядит так, чтобы... А, это, кстати... А-а-а, вот чувак, который писал, может прыгнуть. А это, кстати, смотрите. Да нет, это не то, по-моему. То есть можно запрыгнуть сюда. И там сверху чел, смотри, там чел и входит. Ой, блин. Ну там вон чувак шевелится, его же видно, блин. Только бинокль. Бинокль не поднимается. Так, стоп, я у обрыва стою. Ладно, сейчас из бинокля надо выйти. А, где эта штука катается? Она заблудилась? А, я, по-моему, ее развел на другое место, кстати. То есть она думает, что я сейчас не здесь. То есть, смотрите, она едет сюда. Сейчас убьет меня. А я? Я пошутил то, что она меня сейчас убьет. Давайте попробуем спрыгнуть, кстати, вот в это место сразу. Потому что мне кажется, это даже правильное решение, на самом деле. То, что я придумал, это немного другое решение. Но у меня идея, по-моему, тоже крутая очень. Так, там где-то витой жижи, кстати, вроде ничего не было. То есть я там ничего не пропустил. Так, стоп, она здесь. И сюда лежает. Так, ну здесь все по старой схеме. У меня здесь все хорошо работает.
Здесь же она меня не убивает, что она там убила-то реально? За что? Видимо, там более узкое место. О, я рано спрыгнул. Идет. Ориентируемся по звуку. Здесь спрыгнуть реально поможет. По-моему, я ее слышал, но вроде нет. Вот сюда. Здесь должен быть враг. Вот он. А чё тебя похитает? Чем? Нормально все? Или моим рухом его не пробивает? Я, по-моему, сбил с ног, да? Такой звук был. А, хорошо, это как минимум какая-то секретка. Дайте мне факел. Дославиться, смотри внимательно. Сюда. А, провести контрудар из блока не поможет. Контрудар из блока. Я, кстати, знаю про эту механику, но я не хочу ее видеть. То есть ты ставишь блок, тебя в блок бьют, а у тебя срабатывает какая-то определенная атака, и ты можешь ее сделать. Я не знаю, как это работает, я это еще не пробовал, мне это не интересно. Осторожно справа, я так понимаю, где-то здесь, да? И еще дальше. Так, блин, какое справа, блин? Что здесь справа? Что это такое? Давайте щит попробуем сначала. Я куда-то наступил? Ну-ка, сейчас, погодите, бинокль. Тут есть какие-то нажимные плиты? Эти штуки, кирпичики. Но, смотрите, мы видели уже огнедышащую штуку. А, кстати, у меня сейчас две идеи. Во-первых, она срабатывала постоянно, то есть ее не нужно было подходить никуда. Это просто так сама по себе не срабатывает. Во-вторых, мы знаем, что эту штуку можно убрать, атаковав. Сюда! Ха-ха-ха. Так, хорошо, арбалетик я ставлю. Ну, плит я тут не вижу. Я думаю, я сработал просто потому, что я сюда пошел. Ага, вот осторожно справа. Ой, не попал. А, мне перевес. Перевес из арбалета. Блин, очень долго вторая атака. Нельзя ее юзать. Я в плохом положении, потому что моя мобиль бьет. Вниз я ударить не могу. Так. Блин. Я, наверное, бронюсь. Блин, я хочу в красивой броне ходить. Нет. Я хочу и щит просто, и арбалеты ставить. Нет, нет. Пикаты плохие. Нельзя. Так, и факел. Факел. Очень важен. Так, здесь ничего нет. Эта штука не работает. А, кстати, во все стороны дышит или только в мою? Так, ну тут вроде... Это что такое? А, сообщение на этом, окей. Это мы уже видели. А, призрачная стена, я так понимаю. Впереди требуется атака. Действительно призрачная. Так. А, впереди атаковать засады. Окей. А здесь что? Так, ну эту штуку давайте попробуем запрыгнуть на нее. Запрыгнули, получилось. Я просто хочу узнать, в какие стороны она дует. Я боюсь то, что вот если я стану сюда, она будет сюда дуть, например. Давайте проверим это. В одну сторону только дует, да? Если, например, здесь. Нет, только в одну хочу, да? Так, сверху что-то есть? Имеет смысл на ней кататься? По-моему, нет. Я думаю, когда-нибудь будет что-то. Но не скоро. Блин, а по-моему, здесь длиннее, чем там. Может, мне сначала наверх сходить? Потому что там точно тупик был. Слушайте, жесть тут. Что-то огромный дворец. Кстати, дырка. Возможно, из нее кто-то выпадет. Либо... Мы в нее прыгнем, это кто?
Это шевелится. Я вижу, эта штука надо спрыгнуть сверху, я думаю. Ой, блин, пойдемте наверх. Там было... Хотя, блин, это всех убил. Блинский. Сложно. Ой, кстати, здесь можно спрыгнуть. По-моему, это что-то большое, кстати. Я так подумал. Что это? Ничего это? Блин, тут и туда можно, и туда. Я сейчас заблудюсь. Это чем? Ну-ка уйди, это призрак, который умер. Что, на него спрыгнула эта штука? Может, заберем лут по-быстрому и убежим? Зачем нам драться? А, таргет могу взять на эту штуку. Ну, значит, это... А, я, кстати, тебя знаю. Я парировать можно. Только у меня не та... Охренеть, у тебя урон. Нет, сорян, я не выйду сюда больше. А чё у меня с уроном-то, блин? Ну, блин, я с одной ты такой не смог справиться. Мне кажется, нам сюда рано. У них очень много урона, у нас очень мало по нему урона. То есть давайте я сбегаю к челу сверху, я подерусь еще раз с ним. Надо попробовать... Не, давайте попробуем по одному, короче, их сагрить, потому что по одному я с ними справлюсь. Я боюсь с двумя драться, я не хочу с двумя драться. А по одному, кстати, мне кажется, я справлюсь. У меня щит не для парирования, блин. Давайте на парирование, кстати, возьмем. Наверное, парировать больше. Потому что чуваков я парировал, у меня получалось. Но это первый босс, если что, который в этом... Стоп, это же та же... А, нет, это по-другому называлось. Это же стартовая локация, да? О, что? Начал призрак немножко, да. До свидания. Зачем я упал? Я очень плохо упал, на самом деле. А, блин, чувак, что-то не упал. А, стоп, что? У меня какой-то метает штука. Ой, не, нормально, уехала эта штука. Я думаю, успею пробежать. Мне нужно пробежать наверх сейчас. Я думаю, скипну чуваков всех, которые там будут. А, стоп, не здесь, наверх, блин. Так, со мной еще не едут. Здесь вот наверх. Бежали. Скипнем этих чуваков. А, и где они? А, они дальше. Нет, они тут были. Да, вот они. Так, чуваков убило. Этих тоже, я надеюсь, убьет. Надеюсь, они как минимум за мной не пойдут. Я подерусь с этим чувачелом. Я не уверен, что не надо с ним драться. А, идешь за мной. А! Че, он встал? Не встал, хорошо. Встал. Окей, чел не встал. Фух, хорошо, это был один. Это был только один. Парирование. Блин, немножко боюсь этого чувака. Просто брать предмет и уйти. Блин, он до меня достает. Ой, он импортируется как предыдущий. Не в ту сторону ты пишешься. Вообще не в ту. Блин, одна атака. Вывод будет, да? Да. Блин, ноль урона просто не нанес. А, какое дыхание дракона, чел, ты чё, сумасшедший? Он не парируется? По-моему, его нельзя парировать. Мне на лес тусал, он тпшит тусал. Эксепт. Давайте предмет заберем, короче. Чё ты тут охранял? Смазка? Ты вообще этого не стоит. Блин, убей меня. Ладно, хорошо, давайте не пойдем сюда больше. Учитывая какой тут унылый лут и какой тут сложный чел, мне кажется, мне сюда рано. Он там жест какой-то сделал, ну-ка, что это было? Он что-то руки развел, сейчас я посмотрю. Ну, он что-то пытался там поднять, но...